Эх, дороги. Представители администрации Нарьян-Мара и партийного проекта «Единой России. Безопасные дороги» проверили состояние междворовых проездов и выездов, а также качество проведенных в летний период работ по благоустройству. Тему продолжит Александра Литкова. В летний период муниципальное предприятие «Чистый город» выполнило обустройство двух тротуаров общей протяженностью 400 метров. Первый участок в микрорайоне Кармановка. Его жители неоднократно жаловались на отсутствие пешеходной зоны. Выполнена укладка дорожных плит до устройства тротуара от улицы 60 лет СССР до Минщикова 10А. Выполнены из собственных материалов, то есть дополнительные средства не использовались и собственными силами. Второй участок, где был обустроен тротуар заездным карманом к остановке от улицы Октябрьская до улицы Ленина. Это проблемное место было весенний период, при таянии снега, на двух участках, справа, слева от магазина «Белая ночь», всегда скапливалась вода, и в том числе у автобусного павильона. Теперь данная проблема решена. Всего представители администрации города и партийного проекта «Единой России. Безопасные дороги» осмотрели 12 объектов благоустройства, где в летний период были проведены работы. По тем площадкам, которые мы уже проехали, видно достаточно высокое качество выполненных работ. В принципе, соблюдены все требования со стороны безопасности дорожного движения. Мы считаем, что подрядчики справились на отлично. В центре внимания также оказались площадки с контейнерами для сбора мусора. В частности, муниципальным предприятием были заменены емкости открытого типа по улице Чернова на мелко заглубленные контейнеры нового типа. Кроме того, проведен большой комплекс работ по ремонту ограждений площадок для сбора мусора на всей территории Нарьян-Мара. Александра Литкова, Антон Ведряков, телеканал «Север».